Ну, я этим не занимаюсь так для любителей высокого искусства. Хотите оскорбить там хамящую вам постороннюю бабу? Бейте по репродуктивной сфере, по внешке и отсутствию секса у нее, ну якобы. Вот, потому что для бабы самое главное это репродуктивная сфера, для нее, у нее все вокруг нее и вертится. Именно поэтому чаще всего, когда женщина, незнакомый мужчина хочет оскорбить, она по аналогии с тем, как она бы оскорбляла других женщин, она всегда обвиняет его в гомосексуализме. Я вот помню очень хороший пример из какой-то книжки советского периода еще, ну, антисоветской книжки советского периода. Один там товарищ другому, человек другому рассказывал, по-моему, из Губермана тоже. Губерман где-то про это писал. Значит, какой-то его пьяный друг с утра ехал в общественном транспорте, его там какая-то баба обхамила, что с утра глаза налил. А он ей тут же отвечает на голубом глазу: а у тебя ноги кривые, я-то протрезвею, а у тебя ноги кривые так и останутся. Вот. Ну, баба выпала в осадок. У ней разрыв шаблона. И, значит, термоядерное пламя в тыльной стороне пониже талии. Вот. То есть парень этот раунд выиграл. Ну, вот как-то так.